я уже в аэропорту, мне еще 4 часа до посадки. Вот я иду к самолету, наконец. Вот я уже в Дублине прилетел. Все кашляют, дико, дико кашляют вокруг, включая водителя. Вот прибыл, здесь холодно, блин. Теперь что делать, куда идти? Рановато еще. Только в 3 часа будет отель готов. Минус. Пойду по направлению к заводу Гиннес. Где-то полчаса надо идти пешком. А вот это центральная улица Гендри. Здесь очень много цыган. Такой, офигеть. Оптовый маркет. Овощной. Не надо идти в ту сторону, но я сейчас завернул сюда, чтобы показать вот этот кафедральный собор какой-то. Сейчас разберусь, что это. По направлению к заводу Гиннес. Сейчас уже иду прямо. Вот здесь можете видеть, трамваи у них есть. Вот сейчас идем через мост. Вот там части этого завода уже видно. Вот он впереди. Эти ворота, Сент-Джеймс ворота. А
какого-то у ворот нашего знаменитого завода. Иду на завод Гиннес, вот он. Полнейшая фиаско. На завод Гиннесса мы не попали. Там очередь за 3 дня. Надо было заранее все делать. Короче, финиш. Что мы будем делать? Мы будем записывать репортажи из пабов. Надо пройтись по пабам. Здесь пабы — это, конечно, достопримечательность. Я маршрут задал на телефоне. Temple Pub. Temple Pub — это целая такая улица, район, где пабы, рестораны, все питейные заведения. И может где-нибудь получится перекусить. Да, что приятно, в этом городе все связано с пивом. Мы прошли этот завод. Он, конечно, огромный, необъятный. Везде видна логистика. Смотрите, beer market. Можно зайти сюда. Смотрите. И темное заведение, где чайки жрут и пьют. Ты сейчас спать пойдешь уже? Да, надо собаку. Сынуля, в общем, ты мне сделал очередной раз такой супер, да, подарок вообще. Мне просто обидно, почему у меня у самого так не получилось. Не могу понять. Я ж каждый раз не буду просить. Ура, только я совершил чудо. Он для меня сделал билет на завтра на завод Гиннес. Так что не пропала эта поездка. Кайф. Дай Бог ему здоровья, малышу моему, родному сынули. Что за баба?
Жан Реньяр какой-то. Сейчас иду я искать гостиницу и уже делать чек-ин. Хватит уже. Называется Полпени. Об этом уже тысячу раз говорили. Потому что за него раньше брали полфунта за вход. Это собор Христа. О нем вы можете почитать много в Википедии. Но вход платный. Я думаю, что там внутри все то же самое, что и во всех остальных кафедралах. Thank you.
Это здание парламента. Все тут можно бесплатно посмотреть. Ну, тут привезли уже елки, а? Будут украшать столько елок. Ой, или украшать, или продавать. Тут видно новогодняя будет ярмарка. Наверное, все уже подготавливают. По Google картам я задал направление на собор Патрика, ирландского Патрика. Сейчас иду туда. Ну вот пошел дождь. Написано, что это бауны, это ячмень. 100 тысяч тонн выращивают здесь.
спальне. Вот так он вырос. Высокое растение до 15 метров высоты. А это про дрожжи. Дрожжи Артур хранил вот в этом сейфе. Рецепт специальной дрожжи, они его называют национальным достоянием. Вот опять. Это про воду. Воду они используют только садовые источники. Wicklow Mountain, Wicklow горы. Pretty soon decided to stop the real lift. Is that for? It was a good thing to do. I guess he knew something he was doing. Thank you.
tailor-make a suit of hoops from wrought iron. Thank you.
You wish. Let me see.